До единого дня голосования остается ровно месяц. По закону, не позднее, чем за 30 дней до этого события, необходимо провести жеребьевки. И сегодня в избиркоме Хакасии их состоялось сразу две. Сначала определяли, в каком порядке будут расположены партии в избирательном бюллетене на выборах депутатов Верховного Совета Хакасии. Список получился следующий. Первую строчку займет «Единая Россия», затем «Коммунисты России», «Патриоты России», четвертый будет КПРФ, пятый «Справедливороссы», и номер 6 достался ЛДПР. Распределили сегодня и бесплатное эфирное время в государственных и региональных СМИ. Все кандидаты и политические партии получили равное количество минут. Напомним, стартует предвыборная агитация в средствах массовой информации уже в эту субботу, 11 августа.